Торжественная церемония возложения цветов у монумента независимости проходит в эти минуты в Алматы. На месте событий работает наша съемочная группа. Гульбану Жумабаева с нами на прямой связи. Гульбану, здравствуйте. А кто сегодня пришел на главную площадь города? Здравствуйте, Вера! С праздником, с Днем независимости, страна! Действительно, мы находимся на главной площади Алматы, у монумента независимости. Здесь собрались тысячи алматинцев. Это, наверное, стало такой уже традицией приходить сюда с семьями, рассказывать своим детям о таком светлом празднике. Остается надеяться, что эта главная площадь останется поводом для торжественных церемоний. Монумент независимости, наверное, каждый казахстанский школьник знает еще с учебников истории. Это монумент возвели 16 декабря 23 года назад по инициативе, по указу первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Его высота 28 метров, что, я считаю, пожалуй, символично, учитывая 28-летие нашей республики. Собрались и общественники, активисты, ветераны нашего города. И нам удалось пообщаться со многими из них. Действительно, такое восторженное настроение у всех переполняется. Чувство гордости за суверенитет нашей страны. И рядом со мной сейчас находится Бижанов Ахан Хусаинович, председатель городского совета ветеранов, а также директор Института философии и политологии. Бижан Ахан Хусаинович, здравствуйте, с праздником здравствуйте. Вас. Скажите, пожалуйста, какой повод у вас есть для гордости в такой прекрасный, замечательный день? Действительно, в этот знаменательный день тысячи алматинцев по зову сердца приходят на нашу площадь, чтобы отметить этот радостный торжественный день. Мы гордимся тем, что наша страна за исторически короткий период времени достигла таких грандиозных успехов. Мы создали крепкое, самодостаточное государство, которое имеет большой авторитет в мировом сообществе. И та политика, которая была заложена в первые годы независимости, сначала экономика, затем политика, дала ощутимые результаты. Мы построили современную экономику. У нас развивается культура, у нас развиваются международные связи, и мы являемся государством, которым считается все мировое сообщество. Я от души поздравляю всех казахстанцев с этим знаменательным праздником, и прежде всего наших алматинцев, которые сегодня так торжественно, несмотря на непогоду, пришли на эту площадь отметить этот замечательный праздник нашего государства и нашего народа. Большое спасибо, Ахан Хусаинович. Действительно, очень такое настроение у всех приподнято, и алматинцы очень трепетно относятся к этому празднику, потому что, как говорил наш Елбасы, Алмата – это колыбель независимости. Студия у меня на этом все. Вера. Спасибо большое, Гульбану, у вас тоже с праздником всех алматинцев и казахстанцев. Гульбану Жумабаева о том, как проходит в Алматы торжественная церемония возложения цветов у монумента независимости.